Это ничего, да. Купить некуда. Все, хорошее тебе говорит. Че ты меня кричишь? Ну я тебя прошу по-человечески, папе. Ой, Паш, смотри. Смотри, какая. А? Я хочу, чтобы тоже меня так нарисовали. Ну да, ничего так намалеванный. Клевая тёлка, говорит. Ну я-то у тебя лучше, да, папань? Ну что ты базаришь, конечно, лучше. А слышь, Мазилкин, а что, может, в натуре накалякаешь нас, нет двоих? Ну, типа, мы такие вдвоем, семейная пара. Че, кого? Ну так, чтобы красиво, за 5 минут. Да легко. Легко? 100 баксов. Че? Фига себе, искусство стоит. 100 баксов, прикинь. Ты че, как этот Шишкин, да? Ну, лопунь, я тебя прошу, но у меня нет ни одного портрета. Ну, сделай себе, девочке, приятно, а? Ты хрен откажешь, понял? Ладно, Шишкин, что, давай творить тогда. Да, куда нам, что, приземляй нас? Садитесь. Присаживайтесь, если что. Понял. Понял. Давай, матрешка, прыгаем. Я валил. Не, а это-то что у тебя, картина искусственная? Она не продается. Не, братан, ты меня не понял. Слышь, родной, сейчас все продается, если деньги есть в кармане. А что денег она? Да нет, это вы не понимаете, она не продается. Ты так нафига ты ее сюда тогда притащил, раз не продаешь? Ну не могу я без нее. Без кого ты не можешь? Без картины, что ли? Ты в натуре глушеный, да, какой-то? Паш, я уже устала. Он обещал 5 минут. Так, художник, показывай, что ты там нарисовал. Че ты истеришь? Пусть работает. Устала. Че, долго нет там тебя еще? Все, готово. Ну, оп. Ты вообще, что ли, придурок? Ты вообще, тихо, что ли, тихо, офигел? Тихо, ты тихо, что ли рисуешь-то, а? Тихо ты... будь, говорю, не пыли, коза. Мне кажется, очень достоверно. Ну, может быть, вот в области груди перестарался. А так? Да? Ага. Слышь, художник, а ничего так получилось, понял? Путевенько. Мне по кайфу. Пацаны поржут. Держи, заработал. Художник. Как тебя? Рома. Вот что, Рома, а что, как ты смотришь на то, если я тебе пацанов своих пришлю, ты намалюешь так же, ну, по кайфу, да? А мы поржем. Давай. Договорились? Ну, давай, Рома. Спасибо. Благодарю. Так надо говорить. Понял? Понял. Рома. Пойдем, коза. У тебя вообще, что ли, мозгов нет? Ты зачем это взял? Я тебя просила, зачем ты это взял? Убери свою. Ты куда вообще $100 дел? Что ты орешь? Ой, ты что, не могу, не могу я идти нормально. Ну, что здесь не сделать? Помоги мне, что, выброси? Здорово. Паша. Рома. Это брат твой? Угу. А что-то где-то пересекались, да, походу? Да, я тебя в Питере рисовал. Натуре. Ага, да-да-да, вспомнил. Спасибо за портрет, отлично. Благодарю, надо говорить. Молодец. Рома. Ну что, пойдем показывать деточек его. Мама, папа, родня, познакомьтесь. Это мой жених, Павел. Здрасте вам. Здрасте. А где виновница торжества? Итка! Привет. Познакомься. Это мой жених, Паша. Ида. Очень приятно, Паша. Вячеслав. Паша. Идочка, это вам. Спасибо. С удовольствием поздравляю. Реально очень уважаю врачей.
особенно травматологов, да? Ну, папка. Паша. Папа. Понял? Александра Юрьевна. Мама. Да ладно. Никогда бы не подумал, как две сестры. Я имею в виду очень красивые. Геннадий. Родственник. Геннадий родственник, понял. Родственнику. Не, а что? Может, знакомство? Не, ну правда, то сидим как на поминках. Ты особо не увлекайся, хорошо? Папуль, все нормуль. Слышишь, хорош, что ты, папуль, все нормуль. Тебе сказали, осади, все, тихо, будь. Давай, сок пей. А, простите, как? Вячеслав. Вячеслав. Что так официально? Славик, насыпай. Руки заняты. А... О. Так вроде нальт всем. Ну, так освежи. Ну что, друзья мои, тетерим за знакомство? Отец, командир. Понеслась! Давай. Береги себя, Славик.